Соломка и перечница. Смотрите, сколько здесь печати. Смотрите, какая застежка. Обалдеть. Где его найти, спроси. Вот ту роскошь, которую я вам только что показывал, вы можете найти в Инстаграме. Они его только что завели, вот этот Инстаграм, и можете задать вопросы по ценам, где можно забрать товар и так далее. Ну, всю информацию. Вообще здесь, конечно, разнообразие большое. Можете делать скриншотик и найти уже. Ну, и они только начали, да, начали только выставлять. Ну, потихонечку свой товар будут выставлять. Поэтому можно приобрести вне Тишинки этот товар. Ну, красивого здесь, да, действительно очень много. Сумочка необычная. Кольцо здесь брать, да? Вязаное. Поддон тоже. Что это у нас? Забыл, как называется. Карболит или бакелит. Что-то одно из двух. Вот такая необычная сумочка. И здесь вижу шкатулку. Она же шкатулка, она же вот какие-то мелкие. Не знаю, что это подавать. Что-то подавать. Или пепельницы даже. Возможно, тут сигары лежали, а сюда уже пепел. Ну, такая необычная. Каподимонте. И вот вещица. Это что? Это, наверное, колон такой необычный. Девушка-ангел. Или брошь. Колон. Невероятный, да? Интересный. Вот люди какие-то. Зря не сидят, придумывают, делают. Посмотрите, вот сова какая. Тоже колон. Прикрыла крылом один глаз. Тоже брошь. И это брошь. Какая необычная фигура, посмотрите. Но это, кстати, пара. Вот такого, да, джентльмена, кстати, я только что заметила. Мы видели с вами очень у Эдуарда. А здесь еще и появилась девушка. Кстати, очень похожи, нет? Да, да. Пара стоит 70 тысяч по 30. Тяжелые. И здесь посмотрите, какой еще интересный тоже сюжет. Ух ты! А колечко-то на мизинчике. Что я вижу? Какой интересный экспонат. Вот эта кукла 35. 35? Да. А вот этот мальчик 8. Прикольно, ну точно на заставку его нужно. Вот это вообще чудо. Легонький такой. Негр. А глазки там какие. Mm-hmm. А пуговки перламутровые. Я, кстати, где-то такие видела. Я подошел к Ирине, которая нас изначально учила, как отбеливать скатерти белые. И у нее вот такие ложечки красивые, серебро с рокалиями. Ирин, почем ложечки? А 1000 рублей за что? Это 1000 рублей. Это глубокое серебрение. Глубокое серебрение. Да, серебряные очень хорошие. Ранние советы 40-х годов. Здесь позолота, они очень редко были в позолоте. Позолота в идеальной сохранности. Угу. Большая редкость. Ну, ты их продаешь вот по одной или вот все вместе? Угу. А эти почем? 1800 рублей штука. Угу. Да, вот на них, видите, гравировочка там есть. Бензин. Можно, если окошко под видео, можно свои инициалы нанести. А, можно сюда в центр нанести свои инициалы. Нет, и будет именная ложечка. Здесь это кружева лежат. Разные скатерти и салфетки. И я вижу две необычных пряжки. Вот она прозрачная. С украшением, с камешками. И вот это тоже необычная, такая нестандарт. Черное и золото. Кстати, шикарное сочетание. Ну, оно всегда было хорошим. Черное и золото. Вот как эти пуговицы. Так, вот у нее висят скатерки различные. Шляпки у нее здесь. Различные. И сама она здесь.
что-то вынимать, да, горячее? А, вообще изначально это для пудры, пудра корицы посыпать на торты. Но в наши дни, я думаю, маслины, можно компот, из компота ягод доставать. Красиво же, да? Да. Хотя многих подают как ситечко, но это неправда. Как ситечко? Да. А это что такое? Кабинетные, либо, ну да, скажем, будем считать кабинетные, держатель для бумаг. В конторах крепили на стену, как на правило. Стеночку. Да, то есть важные счета, бумаги на сегодняшний день, работа, план на сегодняшний день. Чтоб на виду было все. Да, либо крепили прямо к столу, то есть вместо крепежа здесь, и вот здесь вот на носочке. Вот, и то есть, чтобы под рукой были какие-то важные А сколько такая вещица стоит? 4000 рублей, и здесь стоит номер патента от апреля 1980 года, то есть получается 140 лет предмету. Шик. А сейчас я даже думаю, в интерьере очень красиво, можно все прикрепить к стене, можно литографию под настроение, например. Можешь шляпку вешать. Картину, все что угодно. Шляпку. Перчатки, чтобы они не потерялись. Даже зонт, у зонта же тоже петелка есть, да. Из тряп, из этого, из шнурка. Мужчинам нравится сунуть палец почему-то сюда. Ну, подходит, это же мужчины, палец. Им всегда хочется сунуть куда-то. Да, сюда не палец, я говорю, палец собачки в рот суньте, а не сюда. Понятно. Щипчики для сахара, они такие небольшие, коротенькие, ну очень. Красивые, даже внутри красивые. Тоже у Иринки интересная. Посмотрите, какая штука. Двойная такая. И что-то еще я здесь вижу. Это ну все старенькое, сразу же видно. Пашотничка. Я тебе не показывала, что нет, они здесь уже. Крылья даже внутри читаются. 15 века. Расплываются. Лучше вот так показать. Невероятно красивые. А сколько же такая роскошь стоит? 6500 за сет. За сет, это то есть вместе? Два предмета, да. То есть получается это сахарничка изначально. Вот, для кускового колотого сахара открытый такишник. К ним, соответственно, сюда щипчики за это вкладывались. Сейчас можно для варенья, цукатов, мед может быть. Очень красиво. Сахарница и молочник. Ну, миленькая вещица, конечно. 3800 такая корзиночка. Золото. Вот так бабушке, деткам подать мармеладки, допустим. Очень красиво. Но при этом нужно деткам сказать, чтобы не баловали и ни в коем случае такую вещицу не побили. Такой вазон огромный-огромный стоит. Кашпо. Вот видите, мужчина на подножье. Но мне хотелось вам показать вот эту сумочку. Мне ее не очень удобно показать. Но я сейчас вам руку протяну туда, чтобы продемонстрировать. Все-таки какая-то очень красивая. Да, согласитесь. Но полный фэшн, конечно. Не знаю, что это такое, но какой-то необычный предмет. Присматриваю себе спичечницу. Ну вот хотелось бы, конечно, более тоже ракальную, опять же, в царском стиле. Но вам хочу продемонстрировать эту, вот то, что есть в наличии. С олененком, да, я так понимаю, в деревьях. За 2500 уступают такую. Такая вещица, конечно, это прям мое-мое. Франция, наверное. Очень хочется иметь такую вещицу. Кожаная подложка, там, по-моему, кожа, да. Тонкий металл, ажурность вот такая. Керамика внутри, я так понимаю, под стеклом. Подошел я к этой баночке. Вот она, зелененькая. 500 рублей ее можно купить за 500. На своих видео, сам же на своих видео заметил потом уже вот эту баночку. Думаю, подойду к ней. А сейчас подошел, вот она стоила 1000, а последний день 500 рублей можно купить. Ну вот нравится, наверное, надо забрать, как думаете. Очень такая приятная.
небольшая она. А это, по-моему, молочное стекло, расписанное вручную. Тарелка из молочного стекла. 70 копеек стоила. А теперь, наверное, что, около 7 тысяч или сколько она стоит, как думаете? Нет, не угадал, 1000 рублей она стоит. Тоже необычная вещица. 2900 цена. Парочка обнимающаяся. Тулку в первых своих видео я вам показывал, но что-то не попытался, вернее, ну да, не попытался ее открыть. Вот сейчас мне ее открыли. Посмотрите, внутри какая роскошь. Ну и уж достану вам ее, тогда покажу тоже. Вся расписная. Вот я у них снимал вот эту шкатулочку вам. И вот такая роскошная вещица, ну, как комодик по форме. Тончайшие тарелочки с рокалиями, прорезные медальончики, да? Вот милейшая такая тоже вещичка. Ух, совсем невесомая, как семечку в руки взял. Ага, вот красиво я вижу что-то вот. Лемош Франция. Яркие, сочные краски. На видео они, конечно, ярче, но и так не менее хороши. А вот шкатулочки какие интересные, плоские собачки. Что там, баран, медвежонок. Там, видите, зеркало, веер стоит в самом углу. Ух ты! Ничего себе! А этот, наверное, мамашку вызывает, ищет, где у птенцов мамашка. А этот рыболов. Медвежатки играют. Борзая на охоте, тетерев в зубах. Легкая-прелегкая. Надо же, такой фарфор легкий. Здесь море всего красивого. Даже не знаю, куда глаз положить. Что-то все невероятное. Каждая полка одна лучше другой. Конечно, конечно. Следующая полка. Прелесть, правда? Ух ты, посмотрите, какая роскошь. Англия. Что-то прям какое-то необычное такое, да? Вот они удачно стоят на этом фоне, сами яркие. И расписная там стеночка у них. Мне в прошлый раз еще понравились вот эти подставочки, но они дорогие. Мне сказали, что они прям совсем старенькие. Что на них золото нанесено еще с тех времен без реставрации. Вот тоже необычная вещица. Фарфор. В деревянной рамке. Смотрите, какие черевички. Вот даже интересно. Они подвесные. Они подвесные. Даже интересно, в паре они продаются или нет. Какая красивая вещица. Они в паре продаются у вас? А? В паре? Нет, можно отдельно. А цену скажете?
пятерочки. 5000. Но красивые, конечно, невероятные, да? Ага, чайница. Веджвуд. Каподимонте. Эти фигуры. Это помните, да, я вам показывал давно на Фишинке эту фигуру, она меня поразила, конечно. Это девушка. Вижу здесь рыбку, мне кажется, это для салфеток, вещицы. Да, вот салфетки сюда вставлять. Можно было бы, конечно, такой купить. Такие фамилия Рыбников. Хорошая вещица. Просто флакон. А это что у нас? Это для колечек. Шикарная ладья, даже сани. Сани. У нее там муфточка в руках, как красиво. Разве раньше не обращал внимания, или вот последние разы как-то стали встречаться вот эти белые предметы, украшенные золотом, так красиво это. Цветные тоже, конечно, по-своему хороши, но эти отличаются. А это салоночки. С такими ложечками. Прелестная, правда, подача вот такая. Подаешь супругу или супруге, или гостю. Под юбку заглянем на панталончики. Она так демонстрирует и скромничает. Ну вот такие у меня панталончики. Лаванда стоит. Очень красивый подсвечник. Здорово закрутили его. Ой, таких малышей интересных вижу, вот этих. Зевает. Какая тонкая работа, посмотрите. Стоит, я зацепился за нее шнуром и мог уронить. Ладно, вовремя увидел. Очень тонкая работа и легкая. Колокольчик. Ух ты, вот эта вещица красивая, необычная. Хрусталь, наверное, да? Может, стекло. А это такие разносики маленькие. Можно помаду поставить, например, на нее. Или флакон духов. Будет очень красиво.